22 июня 41-го – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В этот день мы вспоминаем наших соотечественников, погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу. Они отдали за свободу и независимость нашей Родины самое дорогое – жизнь. В 4 утра на площади 30-летия Победы ульяновцы возложили цветы к вечному огню. Это очень важно помнить. Вы сейчас пример Украины, для нас, для всех пример, как забывают свое прошлое. Без прошлого не будет будущего. Поэтому мы должны помнить, мы должны чтить, благодаря кому мы сегодня живем в нашей прекрасной стране России. Участники, политики, военные, общественники почтили погибших минутой молчания и зажгли свечи памяти. Это всероссийская акция, которая в этом году прошла сразу во всех районах региона. Более 250 тысяч жителей Ульяновской области ушли на фронт. Половина из них ценой своей жизни добыли победу. Увы, с каждым годом ветеранов становится все меньше. В регионе на данный момент проживает 88 участников войны. К сожалению, у нас все меньше и меньше остается ветеранов, которые на фронте. Мы их называем сейчас окопниками. Кто был в окопах, находился. И в районе их осталось 7 человек. Раньше было тысячи, сотни, десятки, сейчас 7 человек. В День памяти и скорби в регионе пройдут разнообразные мероприятия и акции. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.